Смотрите в пятницу 17 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите в видеовизитке двум собакам и одной кошке очень нужны свои владельцы. Они ждут и надеются, когда уйдут из приюта. Репортаж с выставки «Друг человека», спортивные увлечения и завораживающие конкурсы. Этими увлечениями можно заниматься с любой породой собак. И гость в студии, беседуем с зооволонтером группы «Каштанка» Анастасией Мясниковой. Чем помогают зооволонтеры решению проблемы бродячих животных? Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 17 мая в 18:15.